Поїхали. Доброго дня! Я рада вас вітати на нашому черговому засіданні Вільного університету. Сьогодні в нас тема присвячена астрономії, дуже такі гарячі нові теми. Це дослідження, можна сказати, останніх років, тому що в книжці Перельмана ви про це точно не прочитали. Тому що ще 50, ну, скільки років тому, про це ще нічого не було відомо. Сьогодні у нас лекція присвячена екзопланетам. І в нас в гостях Іван Слюсарєв з Інституту астрономії імені Барабашова, вже не перший раз. Ті, хто приходили на його лекції, знають, що лекції проходять надзвичайно цікаво. Зараз ми послухаємо. І як завжди, коротенький анонс. Наступного разу в нас в гостях Миколай Горобець, це хімік з Інституту монокристалів, він займається плазменною хімією. А про що він буде розповідати, ми дізнаємось в анонсі. Незабаром, да, в анонсі. Слідкуйте за нашими анонсами у групі Фейсбуку. І це буде 17 березня, тому що я плутаю дати. А 24 березня, теж четвер, в нас буде лекція, присвячена елементарним частинкам озону Хіггса. Тому всі, хто цікавляться фізикою, не пропустіть, бо лектор до нас приїде із Києва, з Центру ядерних досліджень, і ви зможете познайомитись з саме такою цікавою темою. Ну, зараз я передаю слово пану Івану Слюсарю. Спасибо. Только я не из института имени Барабашова, а кафедры астрономии имени Харазина. Ну, да. У вас там слово. Да, тем более, что у нас имени Барабашова только РИН на станции. Почему? А институт астрономии? Он не имеет имени. Он научно-исследовательский институт астрономии. Все. Все? Не имени Барабашова? При университете имени Харазина. Это вроде не защитный. Вот. Ну, тема доклада. Вы ее хорошо видите, это экзопланета. Действительно, тема достаточно свежая, молодая. Наука эта существует, тем не менее, довольно долго, поскольку всегда конечный вопрос, который интересует ученых, астрономов, это почему тот мир, который мы видим, таков, каков он есть, а в конкретном случае, почему наша Солнечная система такова, и одна ли она на самом деле во всей Вселенной. И если не одна, то какие отличия между нашей Солнечной системой и другими планетными системами? Ну вот, тут приведены слова Джордана Бруно из одного из его философских произведений. Ну вот, он, во-первых, прекрасно видно, что он понимал, что у Вселенной не существует центр, как думают многие школьники. Вот так он себе представлял. Это картинка из книжки Кеплера, из раздела, посвященного как раз творчеству Джордана Бруно. Вот буковка М обозначена наше солнышко и другие солнца. Дальше он пишет, что существует неисчислимое солнце, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши 7 планет кружатся вокруг нашего солнца. То есть идея о том, что во Вселенной много звезд, и раз их много, наверняка Солнце наше не является чем-то особенным, была в науке довольно давно известна, довольно давно и присуща. И все, длительный этап эволюции научных знаний отмечен такими шагами постепенного отказа от антропоцентризма, о том, что мы в центре всего, мы самые главные. И вот важным шагом, очень важным, было открытие, конечно, других планет. Какие существуют методы поиска и открытия? Ну вот еще в 18 веке молодой и очень талантливый английский ученый-любитель, тогда еще профессиональных ученых не так много было, исследуя звезду в созвездии Персея, которая давно была известна арабам как под названием Алголь, вот оно по-арабски так пишется, что в переводе приблизительно звучит как «звезда дьявола», обнаружил, что эта звезда меняет периодически свой блеск. И он первый предположил механизм, почему она, собственно, меняет свой блеск, о том, что вокруг яркой звезды обращается большое темное тело, которое мы не видим, но которое периодически закрывает собой яркий компонент. Вот здесь показано изображение с наземного интерферометра, то есть системы телескопов, расположенных на большой площади, которая позволяет получить с очень высоким разрешением изображение небесных светил. Виден как раз этот самый процесс, который
задолго до этого предложил, собственно, Гудрайт. Так были открыты двойные затменные звездные системы, и по мере того, как их открывали новые такие системы, конечно, тогда еще визуальным путем, развивался и аппарат исследования. Понятно, что двойная система — это реализация фактически законов Кеплера. И это универсальная лаборатория для определения физических свойств звезд. Особенно если подключить к оптике, то есть к определению периода вращения, спектроскопию. Но это случилось несколько позже. Уже практически через 100 лет после открытия Гудрайта уже имелась фотография, был открыт в середине 19 века эффект Доплера, говорящий о том, что движущийся наблюдатель или движущийся источник волн проявляется для постороннего наблюдателя как изменение длины волны или частоты колебаний, которые воспринимает наблюдатель. И, собственно, сам Доплер и Гершель предполагал, что двойная звездная система, которая вращается вокруг общего центра масс, должна даже в каком-то смысле менять свой цвет, что звезда, которая движется по направлению к нам, она должна быть более синяя, которая удаляется более красной, в соответствии с изменением длины волн. И вот этот принцип был реализован уже в фотографической спектрофотометрии. Первый человек, который это сделал, был немецкий ученый Карл Фобель. И совместные эти данные позволяют уже получить достаточно точное значение для параметров орбиты. Но тут надо учесть, что для наблюдения Фогеля скорость в орбитальном движении у двойных звезд это километры, даже десятки километров в секунду. В то время как для предполагаемых планет, скажем, для нашего Солнца и Юпитера, если отбросить другие планеты, то скорость движения орбитальная намного меньше. Это особенно что касается Солнца. Вот. Еще один человек, который предполагал наличие темных спутников, это был тоже немецкий ученый Карл Фридрих Бессель, который предполагал, что можно астрометрическим путем, то есть изучая положение, точные координаты звезды, за счет того, что она движется вокруг, опять же, общего центра масс, мы можем заметить эти смещения как изменение положения звезды. Вот справа на картинке показано желтеньким солнышко, а вот эти вот линии — это движение центра масс Солнечной системы, то есть той точки, вокруг которой вращается Солнце из-за движения остальных планет. Но на самом деле эта величина очень маленькая, и фактически только в 2002 году при помощи наблюдений на космическом телескопе Хаббл удалось подтвердить вот планету таким образом. Впервые же первое надежное и достоверное открытие планеты, это был 92 год. Два ученых наблюдали пульсар, вот у него есть такое сложное название, и увидели, что период, который имеет пульсар, он периодически меняется довольно сложным образом. Стали думать, почему же он может меняться. И пришли к единственному возможному заключению, что у этого пульсара, вокруг этого пульсара движется не просто планета, а система планет. Таким образом, это стало не просто первым открытием планеты. Это, во-первых, первая планета, во-вторых, первая планетная система. И, в-третьих, это первая планета вокруг пульсара, что было, показалось на тот момент совершенно удивительным объектом. Каким образом у пульсара, то есть это остаток после вспышки сверхновой, могла выжить планетная система. Совершенно было удивительным. И поэтому длительное время, на самом деле, не слишком этому результату доверяли. И только через 3 года, таким образом и таким методом открывают сейчас планеты, но их достаточно немного. Всего достаточно хорошо подтвержденных 5 пульсарных планет. Вот здесь перечислены их параметры. Пульсар, масса планеты. Вот эти как раз 3 планеты открыты. Это первое открытие. Вот видно их масса в массах Земли. Одна сильно легче массы Земли, и 2 почти одинаковых, в 4 раза больше, чем по массе, чем Земля. Они движутся достаточно по очень маленьким орбитам, для Земли 1 астрономическая единица, и соответствующий орбитальный период. Кроме того, среди этих планет обнаружены совершенно уникальные объекты, такие вот как пульсар, имеет сходит в двойную систему с белым карликом, и вокруг пульсара движется планета. Причем возраст
определен был теоретическим образом по моделям, какие свойства должны иметь белый карлик. Получается 12 миллиардов лет. То есть это очень старая планета, намного старше нас. Наша Солнечная система 4,5 миллиарда или 4,6 это имеет возраст. Также есть планета совершенно тоже уникальными свойствами. Это вот планета с массой Юпитера, но обращающаяся вокруг пульсара за 2 часа всего. И плотность у этой планеты по вычислениям, по данным наблюдениям, получается 23 грамма на сантиметр кубический. Это больше любого металла, который у нас известен. Тем не менее, вот, она еще не достаточно хорошо наблюдалась, но вот это указание на нее есть. Но это действительно тоже совершенно удивительная такая система. У пульсаров этим же образом, измеряя периодический процесс, например, пульсации в радиодиапазоне пульсаров, либо же изменение блеска от переменных звезд, таким образом открыто вот тут порядка 20 таких планет. Ими продолжают до сих пор пользоваться, но он недостаточно, он не может быть массовым способом открытия планет. Пульсаров известно всего несколько тысяч. Вот. Ну вот самая такая нашумевшая статья, это, конечно, открытие первых планет у нормальных звезд. Вот звезда, видимо, невооруженным глазом, правда, на пределе, в созвездии Пегаса, она носит номер 51 Пегаса. Вот два ученых, Майер и Куэлт из Швейцарии, измеряли как раз вот это самое с использованием эффекта Доплера, как меняется, смещаются спектральные линии в спектре самой звезды. Планету, естественно, тогда еще не видели. И увидели, получили вот такую красивую картинку. Амплитуда изменения скорости 60 метров в секунду. Для того, чтобы этот способ был понятен и хорошо разработан для двойных звезд, определение параметров и, собственно, открытие спектральных двойных звезд, даже такой специальный термин есть. Но для того, чтобы увидеть планеты, пришлось настолько усовершенствовать технику, чтобы точность позволяла мерить величины порядка метров в секунду. Сейчас, это все-таки 95-й год, техника дошла до того, что видят скорости порядка 1 метра в секунду, то есть скорость движения человека. С такой скоростью движется звезда, и тем не менее наземные телескопы позволяют мерить это спектральное смещение. Ну вот на эту статью 1995 года 2000 ссылок сейчас, она одна из самых таких, действительно эпохальное открытие было в астрономии, первая надежная звезда планета у обычной звезды. Ну вот видите, кривая бывает очень правильная, а бывает неправильная. Вот неправильность, отличие от синусоидальной красивой кривой является свидетельством того, что там наблюдается не одна планета, а может быть даже несколько. Вот типичный пример для звезды со сложным номером. Причем две планеты движутся так называемым изнанкой. То есть внутренняя планета делает два оборота, пока внешняя планета делает один оборот. Вот у нас Юпитер и Сатурн находятся в таком соотношении, но там 5 к 2. То есть 5 оборотов Юпитера вокруг Солнца равно 2 оборотам вокруг Солнца Сатурна. Ну тут разброс скоростей достаточно большой. Ну вот для примера, для того, чтобы получить скорость в 20 метров точность, 20 метров в секунду, тут 60 метров в секунду, и это наблюдалось на 8-метровом телескопе. Для 2-метрового телескопа, для точности 20 метров в секунду, надо иметь экспозицию в 1 час. Это очень большая для наземных телескопов экспозиция. Поэтому только порядка 10 инструментов на Земле умеют проводить такие измерения. Вот. Еще один способ открытия – это микролинзирование. Открытие этим способом планет было побочным неким результатом. Обзорный проект по микролинзированию понадобился тогда, когда шел первоначальный спор о том, что такое темная материя. Была гипотеза о том, что это некие частицы элементарные, которые есть везде во Вселенной и более-менее на больших масштабах равномерно распределены, но очень сильно влияют на эволюцию галактик. А ряд ученых считало, что это не элементарные частицы, а макроскопические объекты, типа темных карликов, каких-нибудь коричневых карликов, невидимых массивных объектов. И для этого проводился мониторинг галактики одного из Магеллановых облаков. Этот проект назывался OGLE. И
открытия не показали наличие большого количества массивных макроскопических объектов, и это было подтверждением того, что правы ученые, которые считают, что темная материя — это элементарные частицы, слабо взаимодействующие, но стали открывать планеты, то есть видят, что на фоне далекой звезды, ну это классическая микролинзирование, далекая звезда и невидимый объект проходит на, точно через луч, соединяющий далекую звезду и наблюдателя. При этом происходит эффект увеличения блеска, иногда достаточно значительный. Этот эффект был предсказан Эйнштейном и является следствием общей теории относительности. А что происходит с планетами? Мимо далекой звезды пролетает планетная система. И мы увидим, что на фоне основного горба есть вторичный горб от планеты, если мы видим, что эта планета точно так же лежит в плоскости луча зрения, который мы наблюдаем. Как выглядят эти кривые? Вот тут звездные величины, довольно слабый объект, 16, но увеличение идет аж до 14-13,5. Это очень заметное увеличение. Тут время в долях суток отсчитано, ну вот видно, что это сотые, уже тысячные доли суток отсчитываются. И вот ряд наблюдателей проводило наблюдение и видят вот сложную такую картину, которая отличается от красивого такого одного горбика. О чем это свидетельствует? Вот есть первый такой какой-то всплеск, второй, третий, четвертый, пятый. Вот они в увеличенном масштабе. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Опять же, это мультипланетная система попалась. И, соответственно, можно по этим кривым блеска определить параметры, в первую очередь, массы тех тел, которые пролетали через луч, приходящий от далекой звезды. Вот, бывают еще более сложные события, которые тоже являются свидетельством не просто планетной системы, но в звезде, которая не движется в плоскости диска нашей галактики, не молодой звезды, а диска, а гало-галактики. Там летают маломассивные старые красные звезды. То есть, если это планетная система, то она очень возрастная, пожилая система. Вот. Таких планет достаточно много, уже порядка 30 под 40 скоро наберется. И среди них есть, к сожалению, светом не видно, и планетные системы, несколько планетных систем. Пример, который я вам показал. Ну, самое эффектное, это, конечно, прямое наблюдение экзопланет. Вот, например, 98 год, космический телескоп Хаббла, опять же, звезда с каталога Генри, даже это не Генри Дейпер, какого-то каталога еще 19 века. И вот для того, чтобы увидеть планету, нужно как-то убрать излучение от звезды. Это довольно трудно сделать. Первым, кто научился это делать, был француз Бернар Лео. Он это сделал для Солнца. Как добиться того, чтобы наблюдать солнечную корону не во время только затмения, которое наблюдается в 200-километровой полосе, там, всего лишь пару раз в год и в разных точках Земли, а в данной обсерватории. Он это научился сделать. Хитрый придумал экран, который выводит свет от Солнца из телескопа, чтобы телескоп не нагревался, а был хорошо виден только область за диском, которая закрывает Солнце. И вот такую же методику, только намного более сложную, такой же аппарат поставили на телескоп Хаббла, и вот одно из первых наблюдений было открытие спутника вокруг этой самой звезды. Вокруг этой звезды есть и диск из пыли, который очень хорошо светится. Это снимок с космического инфракрасного телескопа Спицер. И вот эта точечка — это орбита Плутона. То есть диск намного больше. Вот там вот в центре точечка и показано. Это вот внутри этой точечки вся Солнечная система вместе с Плутоном. Размер картинки он 2000 астрономических единиц. Вот. И внутри этого диска движется планетная система. Вот внутри этой точечки вот 20 астрономических единиц, и там движутся 4 планеты. Видно, что они имеют различный блеск, соответственно, различную температуру, различный размер. Зная расстояние от звезды, зная периоды, мы можем получить параметры этой планетной системы. Ну вот несколько других примеров. Вот, например, из необычных систем вокруг звезды созвездия Рыб на 42 секундах обнаружен объект, который движется по орбите вокруг этой системы. То есть это, там весь диск был 2000, а тут планета движется вокруг, на расстоянии 2000 астрономических единиц. И довольно массивная. Ну, считается она довольно хитрым способом. Через модель мы знаем излучение от этой звезды, мы имеем модели, как эти планеты крупные
излучают, почему не излучают с температурой вот 1000-1100 Кельвинов. Это довольно молодая планета, 100 миллионов лет. Она еще сжимается под действием собственной гравитации. Поэтому выделяется гравитационная энергия, она высвечивается. По этому излучению и по модели мы можем оценить возраст и массу. Получается где-то в районе 10 масс Юпитера. Вот. Ну и еще один пример. Кроме того, как закрывать специальным диском. Сейчас я вам его закрывать специальным диском изображение звезды можно. Был придуман хитрый численный способ, как выявлять планету, не убирая, очень трудно убираемое изображение звезды. Дело в том, что планета в течение суток она не движется. Да? Мы можем заметить ее собственное движение только за год, скажем, там, два года. А картинка, которая создается излучением, прошедшим сквозь атмосферу, если это наземный телескоп, скажем, телескоп Кека или 8-метровый, очень большой телескоп Европейской Южной обсерватории, она постоянно дышит, живет за счет атмосферных возмущений. И вот, понимая, что статистические свойства вот этого окружающего излучения планеты отличаются, можно их вычесть численным образом. И таким образом тоже обнаруживают планеты. Ну вот, еще одна. Планеты обнаруживают вокруг разных звезд. В основном, конечно, с точки зрения поиска жизни, все исходные была задача найти планеты у звезд, похожих на Солнце. То есть у желтых карликов. В основном это типы F, G, K. И, соответственно, но кроме этих типов находили звезды случайным образом у горячих звезд, у красных гигантов, у белых карликов. У нейтронных звезд, и вот есть у коричневых карликов, то есть это тела промежуточные между звездой и планетой. Их энергии хватает, чтобы первоначально начать слабые первоуровневые, так сказать, ядерные реакции, но у них начинается водородный цикл, который идет в нашем Солнце. Ну и у таких тоже вот есть планеты. Вот еще один пример изображения. Вот тут должна быть звезда, которая не видно, но есть хорошо восстановленное такое красивое гладенькое изображение двух планет. Даже есть намек на третью планету. Как получается такое изображение? Вот видна деталька. Это электронная микрофотография той штуковины, которая стоит внутри металлического колечка. Это вот экран, который обрезает звезду. Вот так он устроен. Вот видите, 2 микрона масштаб. Вот такая маска хитрая. Вставляется в фокус телескопа, чтобы увидеть эти самые планеты. Некоторые... Дифракционная решетка? Нет. Дифракционная решетка позволяет видеть спектр. И она работает на отражение, в первую очередь. А здесь свет должен поглощаться, а прошедший свет должен иметь заданные свойства. Например, можно там анализировать поляризацию этого излучения. Поэтому это так называемая специальная маска. Некоторые планеты погружены в диски, то есть это еще очень молодые системы, и мы видим, как сам диск довольно сложной структуры, это вот в одной линии волны, а если понаблюдать несколько длинных волн, то можно выявить автор или даже указать на две планеты, B и C, и структура диска. Вот. Ну, это еще один пример тоже, вот тут слабенькая звездочка, и тут слабый источник этой планеты, и вот тут была звезда, которая тоже вырезана. И вот параметры. Планеты, как правило, кстати, обозначаются А, никогда нету планеты с названием там номер звезды и А. А — это сама звезда. А все планеты — Б, С, Д, Е, Ф и так далее. Вот. Ну, видно, что не такая далекая 100 парсек. Возраст тоже довольно маленький, всего лишь 13 миллионов лет. То есть звезда маленькая, планета, ну вот если у звезды температура она горячее нашего Солнца, то планета, да, из-за того, что она достаточно близко, тоже имеет высокую температуру. Вот. И, соответственно, тут вот есть масс, это один из масс Юпитера, то есть такой хороший Юпитер. Прямым изображением получен вот список звезд, которые мы видим в прямых изображениях. В частности, вот ряд напинок. В конце еще поговорим о расстоянии этих звезд. И самый массовый способ открытия экзопланет – это фотометры при прохождении по диску звезды. Этот метод очень богат своими применениями, позволяет определить период, эксцентриситет орбиты, масса и радиус, позволяет узнать атмосферные свойства даже экзопланет.
уже исследуются и активно, и несколько лет, то, из чего состоит атмосфера, какие они свойства имеют. Определять разные свойства параметров самой звезды, таких как она темнеет к краю, ее наклон оси в пространстве, наличие пятен, также различные динамические процессы в многопланетных системах, если мы знаем ориентацию звезды и ориентацию оси вращения экзопланет. То есть это источник большого объема знаний наших о свойствах этих самых экзопланет. Ну, логика понятна. Темное, не светящееся тело по сравнению со звездой проходит по его диску, и мы видим падение яркости от звезды. Все просто и понятно. Вот. Массовыми они стали в первую очередь тогда, когда заработал спутник Кеплер. Вот выглядит так приемник на небе. Вот это очень большой приемник. В наземных телескопах такие приемники, как правило, не применяются. Они там размером сантиметра на два, где-то так вот. Вот. Он работал где-то 4 года, это метровый телескоп, охватывал, почему такой большой приемник, потому что нужно было охватить большое поле зрения. Он мониторил где-то 115 тысяч звезд. И точность это 20 миллиардных, или миллионов, 20 миллионов. Что он видел? Вот область Млечного Пути, созвездие Лебедя, которое у нас прекрасно видно летом и осенью. И вот такой участок, он, это проекция вот этого самого монитора на небесную сферу. Вот он получал. И тут точечками показаны, собственно, открытие, и это еще кандидат, первый результат, 1200 кандидатов в несолнечные планеты. То есть это, конечно, сразу в разы увеличило число известных экзопланет. Что представляет собой результаты этого спутника? Вот у вас есть запись блеска звезды, и в нем такие вот провальчики. Вот. Много-много провальчиков за время, за 300 дней наблюдения. Если посмотреть и свернуть, выделяется какой-то конкретный период, его можно свернуть с этим периодом, и останется вот такой разброс точек на уровне, видите, тут 4 знака после запятой, с маленьким минимумом. Вот этот минимум и есть указание на то, что планета прошла по диску звезды. Этих данных настолько много, ну 100 тысяч, что даже есть онлайн-программа, где каждый из вас может открыть экзопланету, зайти на этот сайт, и вам предложат ряд, ну тут понятно, что видите ли вы прохождение. Очевидно, что тут мы видим прохождение. Но такие простые прохождения быстро все выбрали, поэтому остались там сильно зашумлены, но тем не менее, более того, некоторые очень необычные планетные системы были открыты таким вот образом, просмотром пользователями обычными интернета вот этой программы. Вот что было известно до Кеплера, вот первые результаты Кеплера, кандидаты и красненькими, это многопланетная мультипланетная система. Орбитальный период, у Земли 365 дней, напоминаю, на всякий случай, и радиус единичка, то есть Земля где-то тут должна лежать, наверное. Видно, что это не совсем обычные планеты, они, как правило, больше Земли и, соответственно, намного ближе. Понятно почему, потому что для Земли период год будет, он наблюдал всего 4 года, то есть всего 4 прохождения за весь срок, это довольно мало. Поэтому тут работает эффект очень мощной наблюдательной селекции. То есть мы видим в основном тяжелые планеты и близкие. Вот. Бывают необычные кривые. Вот видно, что есть один какой-то странный провал, потом типичный минимум и второй максимум в центре. Что это может быть? Это вот типичные ошибки. А вот что, это вот снимок, который, наверное, был еще в 2000, в общем, тут два варианта, либо в 2004 году, либо в 2012 году. Следующий, через 102 года такой снимок можно будет получить, это прохождение Венеры по диску Солнца. Вот на Солнышке хорошо видны пятна, и, собственно, Венера, и видно потемнение краю тоже, которое для звезд определяется. Что будет, если у нас не одна планета, а две, которые лежат в одной плоскости, скажем, в плоскости наблюдения? Вот попадает планета на диск звезды. Блеск звезды начинает падать. Планета движется, ну все, дальше диск яркость не меняется практически. Тут попадает вторая планета, значительно больше первой по диаметру. Еще падает яркость уже, соответственно. Потом тяжелая планета догоняет, большая планета догоняет маленькую и перекрывает часть ее. Соответственно, яркость поднимается, поскольку площадь перекрытия уменьшилась. Ну и так вот. Получается такая вот типичная кривая блеска. Вот. Ну вот, например, таким образом были открыты планетные системы. Вот 4 массы Земли, 12 масс, 9 масс Земли, периоды 29 до 43 дней.
у звезды практически совпадающий по размерам с Солнцем. Иногда время между прохождениями может меняться. Но вот для некоторой, для этой планеты системы оказалось, что на ней меняется. Вот типичная картина, как меняется в многопланетной системе время между прохождениями. А вот как в данной, почти не меняется. О чем это свидетельствует? Оказывается, что это является признаком того, что эта вся планетная система, все пять планет лежит в одной плоскости, точно так же, как и Солнечная система. У нас все планеты с большой степенью, с хорошей степенью точности лежат приблизительно в одной плоскости. Так и для этой планетной системы. Также фотометрические измерения позволяют определить свойства звезды. Что мы видим? Если, ну, звезды вращаются, это известно с первой половины 20 века. Опять же, по измерениям спектральным мы видим, что если звезда вращается, саму звезду мы не видим на Земле телескоп, но одна ее часть к нам приближается, поэтому линия должна быть смещена в синюю сторону. А одна часть удаляется. Соответственно, должна, та же линия должна быть смещена в красную сторону. То есть она должна и туда, и туда смещаться. Это приводит к тому, что линия, которая была узкая, становится расширенной. И так, по уширению этих линий можно определять скорость вращения звезд. Но когда есть планета, она в какой-то момент перекрывает часть излучения, которое идет от звезды. И мы видим, что линия смещается в соответствии с движением планеты, с той частью, которую она закрывает. Это, опять же, для переменных звезд был хорошо эффект известен, но он носит имя первооткрывателей Маклафлина и Росидера. Ну вот, опять же, схема, как вот в голубую сторону к нам вращающаяся часть звезды и удаляющаяся от нас. Планетка проходит, смещение происходит, раз синюю часть перекрыла, значит, преимущественное смещение линии в красную сторону. Ну и так далее. Вот. Получается приблизительно такая картинка после крайней линии лучше. И это будет зависеть от того, как ориентирована орбита планеты относительно оси вращения звезды. Будет меняться заметным образом картина. Это позволяет определять плоскость планетной орбиты по отношению к оси вращения звезды. Ну вот типичные примеры. Вот похожие на вот эту картинку. Покрытие хорошо промеяно. То есть, ну, малый наклон. Звезда и планета вращаются приблизительно в одной плоскости. Их векторы будут скоростей, лежат смотрят в одном направлении. Некоторые не сильно уже хорошо совпадают. Под некоторым углом. Некоторые совсем не совпадают, то есть углы перпендикулярны практически. Вот, некоторые в противоположную сторону вращаются. И это, кстати, очень важно. Такие планеты очень важны для понимания теории образования планет. В частности, они позволяют отбросить часть теории, которые говорят о том, что планеты образуются таким вот образом, по такому сценарию. Эти планеты нам говорят, что нет, мы образовались не по этому сценарию. Вот. На некоторых транзитных фотометрических кривых наблюдают такие странные пички, которые то смещаются с различными прохождениями планеты, поскольку планеты близкие к звездам, они проходят достаточно часто, некоторые даже там, сутки. А звезда вращается, как правило, типа Солнце с намного меньшей скоростью. Наше Солнце за 27 дней где-то делает оборот свой полный. Поэтому что это может быть? Оказывается, что это пятна на этих звездах. Такие же, как на нашем Солнце, есть пятна на других звездах. Это давно было известно независимым путем. Но оказывается, что вот при наблюдениях экзопланет транзитной фотометрии, поскольку точность фотометрическая очень высокая, то это тоже позволяет оценить наклон оси вращения звезды. Потому что уж пятна, в отличие от планет, двигаются только в одной плоскости. В той в плоскости, по направлению перпендикулярных оси вращения звезды. Поэтому это еще один метод изучения движения пятен и наклона, соответственно, звезды в пространстве, оси вращения ее. Хорошо известно, что у нашего Солнца пятна образуются не везде, не бывает пятен вблизи полюсов вращения. Они движутся в средних широтах Солнца. И это называется бабочками Маундера. Это вот широты преимущественное образование пятен в зависимости от цикла солнечной активности. Сначала они появляются на более высоких широтах, потом движутся к экватору. Потом происходит изменение направления магнитного поля, и цикл повторяется. Точно такие же картины удается получить и для звезд. Преимущественные широты пятенных областей, где активно всплывают магнитные трубки. И это тоже хороший метод изучения самих звезд, уже физики звезд. Вот. Кроме свойств звезд, можно изучать и свойства самих планет. Поскольку обычная фотометрия давала только массы и радиусы, ну и параметры орбиты, расстояния, наклоны и эксцентриситеты,
Существуют методы, очевидные по своему применению, но не совсем не очевидные по необходимой точности для их применения. Насколько должны быть хорошо отработаны и выбраны всякие посторонние эффекты для того, чтобы видеть свет и выделять спектр звезды, спектр излучения, прошедшего сквозь атмосферу планеты. Это так называемая вот, пропускающая спектроскопия. Измеряя в различных спектральных полосах транзитные кривые, можно говорить о том, как поглощает атмосфера свет в атмосфере экзопланеты. Вот уже в середине 2000-х годов такая работа ведется, и удается получить вот такие картинки. Точки — это измерения в различных фильтрах, пропускающих света, пропущенного сквозь атмосферу экзопланеты. Вот в системе Гильзера 1214b. Кривые — это желтенькая — это солнечный спектр, синенькая — это 100% вода, H2O, то есть если бы атмосфера состояла из водяного пара. А красненькая — это точки из 100% CO2. Видно, что черные точки не ложатся ни на одну из этих кривых. Ну, красненькая как-то так еще так похожа, но вот тут, например, совсем не похожа. О чем это говорит? Что если бы, то есть, фактически свет отражается от поверхности звезды, но не окрашивается ни в какой другой цвет. Какой вывод из этого был сделан? О том, что планета покрыта сплошным слоем облаков. Это вот такой был нашумевший результат пару лет назад, когда на конференции мы объявили об этом, что она чем-то похожа на нашу Венеру. Я не привел, к сожалению, этот спектр Венеры. То есть мы видим, не видим никаких деталей, ни спектральных, ни оптических, а видим только рассеянный свет, который слабо зависит от длины волны рассеяния. Как наши облака. Они такие серенькие, потому что они... свет в них только рассеивается. Вот. Но это на телескопе Хаббла. Вот. Удается аппроксимировать кривую спектральную. Модельно очень достаточно хорошо оценить температуру. Видно, что температура там плюс-минус 50-100 кельвинов определяется, 3000 кельвинов. Ну, очень горячая атмосфера, можно сказать, для планеты. Даже удается определить и содержание этого вот облака вероятности. Видно, что чем краснее, тем выше вероятность, из чего, собственно, состоит по оси Y, это давление на уровне, верхнем уровне облаков и, соответственно, содержание водяного пара. Для этого все-таки той же самой Гильзера 1214b. Вот. Еще один пример, это вот тоже горячий Юпитер в системе WASP-43b. Две массы Юпитера, один радиус, 19 часов орбитальный период. То есть, очевидно, тоже очень близкая планета вокруг своей звезды. И здесь два спектра. Тепловой эмиссионный и пропускной спектр. Вот. Видно хорошо, что модельки очень хорошо описывают наблюдаемый спектр. И отсюда можно, опять же, говорить о том, из чего планета, ее верхние слои состоят. Ну, тепловой эмиссионный спектр, это я уже говорил, что планета молодая, и она еще сжимается, и сама излучает в красной области. И мы видим это излучение. Также мы видим и в видимом диапазоне, хотя тут видны волны. Одинаковые, все зависит от того, какую часть планеты, как мы наблюдаем. Мы можем наблюдать ее на фоне звезды, а можем, когда она не на фоне звезды. И вот в этом вся разница. Ну, ладно. Тут тоже, как выглядит все это страшно, конечно, много точек, какие-то кривые улики, но тут все правильно подписано. То есть спектр солнечный, типичный для солнечного, и добавка кривые — это модельные спектры для различного состава атмосферы. Содержит ли она в себе облака, и какой уровень давления она давление на уровне этих облаков. Вот. Некоторых из спектров позволяют увидеть вот такую странную картину. Здесь длина волны и радиусы, отношение радиусов, которые получаются для планеты по отношению к звезде. Оказывается, что в голубой части спектра это отношение, будучи очевидно константным в инфракрасных волнах, начинает расти. Это говорит о том, что с приближением к синей части спектра мы радиус звезды как бы, планеты как бы увеличивается. Почему? Это эффект, известный хорошо для Земли, который объясняет, почему небо голубое. Это эффект Рейлейского рассеяния. То есть он тоже наблюдается в газовых атмосферах полных гигантов. Некоторые данные позволяют даже моделировать распределение температуры
с высотой. Это давление, как оно падает с высотой, и температура. Ну, для сравнения привел здесь планету Солнечной системы. Хотя тут параметры, к сожалению, шкала не одна и та же. Здесь обычная шкала в барах, а здесь логарифмическая. Вот. Сколько всего сейчас известно экзопланет? Ну вот на начало этого месяца было подтвержденных известно 1300 экзопланет. За два... Нет, нет, нет. Из них есть 500, которые входят в систему. Соответственно, хотя может быть сейчас... Нет, там получается 1300 звезд, да, имеют экзопланеты. Из которых 509 являются мультипланетными. Ну, понятно, больше всего известно двухпланетных, но тем не менее уже есть две семипланетных системы. Вот. Пока рекорд нашей Солнечной системы еще не побит, 7 планет, 8 планет пока нигде не открыто. Вот. Ну вот, первые такие крупные открытия планетных систем, они всегда с такими красивыми заголовками в известных научных журналах выходят. Вот в Nature, когда был открыт Кеплер 11, понятно, что только Кеплер начал работать. Его результаты стали появляться, поэтому нумерация идет все возрастающим порядком. Вот. И вот шестипланетная система вызвала большой резонанс. Вот как она выглядит по сравнению с нашей Солнечной системой. Это орбиты Венеры и Меркурия, и вся эта планета, шести планет, вмещается между орбитами до орбиты Венеры. Вот параметры, здесь масса в массах Земли, радиусы в радиусах Земли, плотности, орбитальные периоды, большая полуось, эксцентриситет орбиты и наклон. Вот. Как выглядит ее кривая? Видно, что ширина этих интервалов пустых, она разная для разных планет. Поэтому, когда посмотрели, удалось увидеть вот столько различного типа транзитных кривых. Вот как они расположены, к сожалению, плохо видно. Это важная очень диаграмма для планетной науки. Это масса планеты и радиус планеты. И зависимость, куда ложится планета на этой графике, показывает, в принципе, показательно то, из чего она состоит. Вот нижняя кривая – это Земля. Сверху идет 20% отношения водорода к гелию. И, понятно, водорода гелия падает, потом идет вода, 50% воды. И 1% гелия, водорода гелия. Вот эти А, Б, С, Д, Е, вот они, Д, С, Ф, и тут еще несколько планет ложатся. То есть они все ложатся на область гигантов. Ну вот на небе есть еще одна звездочка, которая в принципе видна невооруженным глазом в созвездии Кассиопеи. Можете ее поискать. Носит она вот такой номер. И она довольно близкая к нам звезда, всего 21 световой год, но чуть более позднего класса, чем наше Солнышко. Вот у нее тоже достаточно много экзопланет, но и планета побольше. Все-таки самая внешняя и самая тяжелая планета находится на 3 астрономических единицах. Но много опять же лежит внутри. Вот тут они все вмещаются опять же в 0,4 астрономических единиц, внутри орбиты Венеры. Здесь массы в массах Юпитера. Они все приблизительно одного типа, кроме самой внешней H. Вот. Достаточно у них круговые орбиты, в оценке приведены относительно. Вот. Но радиус определен только на самой внешней. Вот. Ну, каковы эти самые системы? Все-таки первое, как только нас стали открывать активные экзопланеты, сначала по доплеровским методам, по лучевым скоростям, увидели, что очень много планет лежит на очень малых расстояниях, в том числе и очень тяжелых. Здесь цифра, это масса Юпитера. Совершенно не похожа на нашу Солнечную систему. Тут, так сказать, произошел такой отскок и возврат к некому антропоцентризму. Оказалось, что из всех планет и планетных систем наша Солнечная система очень сильно отличается. По размеру есть, ну, я показывал, что есть планеты на 2000 астрономических единиц, но практически нет такого распределения масс в состоянии от звезды, как в нашей. Ну вот, для примера, я позже еще покажу эту планетную систему, это яркая звезда Альфа Южной Рыбы Фомальгаут, она хорошо видна у нас в августе, низко-низко над горизонтом, она там единственная вообще, которая видна.
У ней был открыт сначала протопланетный диск по инфракрасному избытку излучения. Если есть звезда, есть пыль, пыль нагревается излучением от звезды и излучает со своей температурой, там, скажем, которую она нагревает. И наблюдая в инфракрасной области, обнаруживается, что на спектр звезды накладывается спектр пылевого диска. Вот. А позже, значительно позже, через там, 30 лет после открытия протопланетного диска, была обнаружена и планета. И, соответственно, вот показано, как эта планетная система и диск соотносится вместе с нашей планетной системой. Вот где движется планета. Это, собственно, пылевое кольцо. Но наша вся Солнечная система влазит много внутрь этого кольца и внутрь планеты. Вот. Плюс это указало на то, что есть некие процессы, которые заставляют оказываться большие планеты так близко к своим звездам. Почему оказывается? Образоваться они там не могут, ну никак. Как писал Антон Павлович Чехов, потому, это не может быть, потому что не может быть никогда. Там слишком горячо, когда звезда только рождается, и эти экзопланеты могут попасть на такие малые расстояния только за счет миграции. Как эта миграция происходит, мы дальше покажем. Это график планетных масс и планетных плотностей. Вот. Видно, что есть некие две такие ветки. Здесь планеты-гиганты. Это масса в массах Юпитера. То есть вот это, здесь должен лежать Юпитер. Где-то вот тут. То есть есть планеты с массами большими, существенно массы Юпитера, и плотность у них больше. Но есть удивительные планеты, которые имеют массу порядка Урана, Нептуна, то есть Земли. А плотность их очень лежит в широком диапазоне, от фактически там, 10 грамм, даже 100 грамм, с учетом ошибок, конечно, измерений, до фактически 10 в минус 1 грамм, то есть 0,1 грамма на сантиметр кубический. Совершенно непонятно, что это за планеты. Почему они, имея такую низкую плотность, имеют тоже массу, масса Земли как раз 0,01, но у нее все-таки 5 грамм на сантиметр кубический плотность. А вот некоторые планеты даже меньше, чем 0,1 имеют. То есть совершенно... Какое-то очень маленькое ядрышко и очень-очень протяженная атмосфера у этих планет. Это на настоящий момент загадка, и пока объяснения внятного нет. Ну, пока еще и данные, видите, вот, ошибки достаточно лишние. Но, тем не менее, это сейчас большая-большая загадка для теории планетной эволюции и образования. А температуры у них какие? Температуры у них разные. Все зависит от того, на каком расстоянии эта планета. Вот чуть... Дальше. То есть это получается что-то вроде газового гиганта? Не совсем. Газовый гигант. Газовый карлик. Это такой. Называют их суперземлями или сверхземлями. Газовый гигант, он отличается еще вот, ну, по составу. Он состоит в основном из водорода и гелия. Мы хорошо знаем это по Юпитеру и Сатурну. Вот Уран и Нептун, они уже не из водорода и гелия состоят. У них много метана, аммиака и водяного льда. Ну, то есть они из вода в большом содержании. Вопрос почему тоже в принципе понятен. В зависимости от расстояния от звезды, вокруг которой образовывались планеты, существуют некие зоны, где могли конденсироваться некоторые вещества. Например, вода будет конденсироваться только там, где температура меньше нуля по Цельсию, то есть 273 градусов по Кельвину. А скажем, азот только там, где температура ниже 70 Кельвина. Ниже 100 градусов. Нет. В жидком состоянии вода в космосе летать не может. Там только переходы между льдом и паром могут быть. Вот. Соответственно, и аммиак, и метан, они тоже могут быть льдами, но еще при более низких температурах. Поэтому и существует такая стратификация протопланетного диска. Вот расстояние близких к звезде до очень далеких, где фактически нет силикатов. Или силикаты все будут, их намного меньше, чем газа. Поэтому вот такая ситуация. Вот, среди открытых экзопланет, ну это правда не совсем свежие данные на 2013 год, подавляющее большинство это, конечно, газовые гиганты. Вот, горячие Юпитеры это 700, типа Нептуна 140, сверхземли это где-то вот 100 планет. И очень мало, понятно, опять же, только из наблюдательной селекции. Совершенно не следует из того, из этого, что таких планет мало. Просто мы их еще не научились видеть с нашими телескопами. Вот сейчас готовятся несколько космических проектов, и строится уже 30-метровый наземный телескоп. Понятно, что они позволят существенно продвинуться в этой науке вперед и открывать намного более мелкие. А супертиран это что там подразумевает? Это вот сверх, то есть Земли, которые, планеты, которые по массе и по размеру больше Земли в разы там.
скажем, 4 масы Земли и 3 радиуса Земли. А, то есть там не имеется в виду, что это типа земляного типа планета, но просто большего размера. Не, вот это имеется в виду. А. Да. Но я же сказал, что вот на этом графике таких объектов, то есть по массе они подходят к сверхземлям, но по плотностям очень в большом диапазоне они лежат. Ну а среди кандидатов, которые остались неоткрыты, не исследованы, как раз подавляющее большинство не гигантов типа Юпитера, а вот нептуновского размера и сверхземель. Тут все понятно. Вот. Вот насчет, кстати, расстояния и температуры. Существует зависимость между излучением приходящего от звезды к планете и размером газового гиганта, который наблюдается. Чем ближе к звезде, чем интенсивнее излучение, планета становится как бы больше, она слегка расширена. Ее атмосфера нагретая существенно больше. И процессы, которые происходят внутри этой планеты, дело в том, что все близкие планеты, они подвержены приливным взаимодействиям, как Земля с Луной. Это приводит к тому, что за очень короткие по космическим масштабам времена они теряют вращательную энергию, переходят в орбитальную энергию. И планета становится такой же, как Луна по отношению с Землей. Она всегда смотрит на звезду одной стороной. Это приводит к тому, что у нее возникает очень удивительная такая конвекция в атмосфере. Есть постоянно греемое одно горячее пятно, что приводит к очень быстрым движениям в атмосфере от этого пятна к темной стороне. Вот. И поэтому их атмосфера очень отличается, скажем, от атмосферы Юпитера, которая очень быстро вращается, но он никогда не был подвержен приливному трению со стороны какого-нибудь крупного тела. Вот, ну пока, конечно, опять же, ошибки большие, но статистически эта зависимость просматривается. Что чем горячее условия, тем больше размер планеты. Что касается процента встречаемости горячих Юпитеров. Чаще всего встречается Юпитер, ну опять же, с учетом наблюдательной селекции, с периодом в обращении порядка там, от 100 до 400 дней. У 3% звезд встречаются планеты типа Юпитера с такими периодами обращения вокруг звезды. Более коротко обращающиеся, с короткими периодами орбитальными, это порядка 0.5%. То есть, ну, помножьте на число звезд галактики, и вы получите число планет соответствующего типа. Вот. Ну вот, когда 10 лет назад планет было мало, всего вот 172 планеты, орбиты и, соответственно, массы, которые в массах Земли, а в расстоянии в больших полуосях, были ограничения на том, какие методы позволяют открывать какие планеты. Видно, что они разные открывают. Вот даже микроионизирование открывает только в основном далекие планеты с массами всякими, а транзиты в основном открывают и близкие, и далекие, но с ограниченным периодом. Вот. Ну и лежали вот открытые в тот момент планеты. Потом их стало намного больше. И, соответственно, статистика росла и позволяла делать уже выводы более-менее о всей выборке планет. Сколько, каких и что, как говорится, ставило задачи накопления данных. Фактически сейчас эта наука, вот ей 20 лет фактически. И эта наука еще находится на уровне такой каталогизации, зоологии, то что называется. Она пока перебирает, открывается новая необычная планетная система. Этих, чем больше открывает, тем больше необычных. Есть, например, планеты, которые обращаются, вот я говорил о пульсаре, за часы. Есть и вокруг звезд за часы обращающиеся, там 3 часа. И расстояние между этими планетами всего 240 тысяч километров. Это ближе, чем Луна к Земле. Вот они две вместе вот летают вокруг своей звезды. Есть необычные вот с плотностями. То есть пока это ставит больше, намного больше вопросов они ставят, чем мы можем на них ответить. Вот. Ну, еще одна интересная область, это, соответственно, зона обитаемости, по-английски, habitable. В самом примитивном понимании, это та область, тот пояс расстояния от центральной звезды, в котором температурные условия на планете таковы, что там возможно существование жидкой воды. Уже довольно приличное число планет открыто в этих зонах обитаемости. Но это очень, опять же, повторюсь, это очень примитивный подход, поскольку очевидно, что наличие жидкой воды и температура не слишком горячая, естественно, для этого, ничего недостаточно, не обязательно для появления жизни.
он несколько планет, которые попадают, собственно, в зону обитаемости. Вот Кеплер-186f попадает, по сравнению с Землей, такая очень хорошая близняшка нашей Земли. Вот, это тоже 186 по сравнению с Солнечной системой. Вернее, звезда в Кеплер-186 намного слабее и холоднее, поэтому, соответственно, зона обитаемости поменьше и поуже. А вот в Кеплер-452 планета почти в два раза больше Земли и расположена на внутренней части зоны обитаемости. В Солнечной системе в такую примитивную зону попадает на самой внутренней кромке Венера, а на внешней Марс. Но мы знаем, что ни там ничего, никакой жизни быть не может. Вот. Ну вот, малые планеты из перечня, открытых Кеплером, которые лежат в зоне обитаемости. Вокруг они есть разные звезды, вокруг G, H и вот даже красных карликов. Причем этим повезло больше, если Солнышко, как бы вы знаете, что проживет еще 5 миллиардов лет, но если жизнь просуществует, то есть жизнь умрет раньше, потому что начнет превращаться в красного гиганта, и температура настолько повысится, что Земля выйдет из зоны обитаемости и наступит через 2 миллиарда лет. Не стоит обольщаться аппетит. Вот. Ну вот, более новый список еще говорит тоже о большем числе экзопланет, которые находятся в зонах обитания. Это перечень планет. Ну вот, в конце скажу несколько слов о дисках. То, собственно, из чего образуются все эти экзопланеты. Еще за 10 лет до открытия экзопланет вот первый инфракрасный спутник ИРАС полетел и обнаружил где-то у десятка звезд эти самые инфракрасные сбитки излучения. Вот Спицер потом через 20 лет после ИРАСа летал и снял повторно эти диски. Вот вокруг Веги, самая яркая, одной из самых ярких звезд неба, видим такой диск. Вот здесь в угловых секундах. Это довольно много. То есть оно такое все сферически симметричное, может показаться, что это сама звездочка, но нет, звездочка намного-намного меньше. В этом диапазоне. И видно, что это 24 микрона, а это 150 микрон. Видно, что размер диска здесь вот 60 секунд, а здесь 100 секунд. Видно, что размер диска растет. И там довольно много пыли, Вега окружена таким тоже диском. Хотя эта звезда намного более горячая, она типа А относится, чем больше Солнца. Но диск у нее есть. В туманности Ориона открыто у телескопа Хаббла очень много таких вот образований. Вот. В частности, типичный протопланетный диск, из которого бьют джеты вещества, которое не может быть, упасть напрямую на звезду. Вот. И таких вот дискообразных структур там десятки открыто. Вот некоторые диски мы видим просто в луче света, приходящий от него, перпендикулярен плоскости картины. Вот. И вот даже при наличии изменений некоторых структурных изменений в нем со временем. Здесь всего 3 года, но тем не менее есть изменения в этом диске. Тогда же, как только открыли первые экзопланеты и обнаружили большое число массивных планет очень близко к звездам, стали пытаться строить модели о том, как они туда попали. Основной эффект в этом в этой миграции играет наличие не просто протопланетного диска с неким распределением массовой плотности в граммах на сантиметр квадратный, но и взаимодействие экзопланеты с диском. Фактически экзопланета начинает формировать своим гравитационным полем, уж если она сформировалась, всякие рода волновые структуры, либо же, что самое обыкновенное, это вот такие оно, в общем, называется это зоной питания. Планета стягивает на себя вещество этого протопланетного диска и за счет своего гравитационного возросшего поля образует такие волны плотности, с которыми она гравитационно опять же взаимодействует. То есть она их формирует, и эти волны влияют на саму планету. Все зависит от массы планеты. Поэтому низкомассовые планеты не открывают этого промежутка, а массивные планеты типа Юпитера очень много газа на себя собирают. Теории говорят о том, что как только Юпитер набрал массу 10 масс Земли, началось экспоненциально быстрый рост его газовой атмосферы. И он всю оставшуюся массу он дотянул на себя за счет вот этого стягивания и образования вот в зоне питания такой пустоты. Вот. Вот как раз картина полевого диска вокруг звезды Фомальгала. Вот два изображения, видно, что как они там ее рассмотрели, тоже вопрос. Вот движущаяся точка. Здесь только 4-6 год.
размер этого кольца намного больше, чем размер этого орбита Нептуна. То есть он больше, опять же, Солнечной системы, и планета лежит довольно далеко. Вот, уже дальше она поехала в 2012 году, видно, что она движется по своей орбите. То есть точно планета, а не что-нибудь так. Не совсем обычная, но удивительно, вот такая кольцевая структура. Не столько дисковая, сколько кольцевая. Вот. Ну, исследование излучения в различных диапазонах волн вот этих дисков позволяет формировать и исследовать их химическую структуру. Понятно, что излучение в на разных расстояниях от диска оно различное, и поэтому там будет формироваться и конденсироваться, вот график приведен, в зависимости от расстояния, что где может образовываться. Вот. Каково будущее планетной системы? Поскольку большинство звезд, у которых исследовалась и открывались планетные системы, это звезды типа Солнца, конец их известен, это белый карлик. После сброса внешних слоев, массой порядка 10 масс Солнца, останется белый плотный, но горячий карлик. Опять же, у таких карликов, такие карлики тоже наблюдались, и тут даже можно как-то поставить вопрос, когда же такие были открыты экзопланеты, снова вернуться к началу. Дело в том, что белые карлики, они очень единообразные объекты. Остается в силу законов ядерной физики только ядро, состоящее из углерода и кислорода, либо с некими примесями других веществ, в частности водорода. Спектрально это проявляется в том, что есть белые карлики, у которых нет линии водорода, и у которых есть линии водорода. Но уже наблюдения в середине 20 века показали, что кроме линии водорода и отсутствия, наблюдаются линии элементов, которые бы там быть не должны. Типа железа, кремния и кислорода. Откуда они там взялись? В последние годы все сильнее и сильнее становится звучит мнение о том, что это разрушенные остатки планет, которые были у этих белых карликов, когда они еще белыми карликами не стали. И вот удалось даже обнаружить вот результат разрыва одной из планет, которая достаточно близко подобралась к своему белому карлику, и образовала такой блок. Как вот образуют кометы, которые пролетают вокруг Солнышка нашего. Вот. Одна из планет вообще какая-то странная, то есть она как бы разрушенная по иным взаимодействиям. Летает облако частиц, а не планета. Потому что если бы это было это запись прохождения, если бы она была симметричным, это была бы обычная кругленькая планета. А тут явно не симметричная картинка. Вот. Поэтому уже открыты белые карлики, у которых вот остатки, есть и пылевые диски, и остатки разрушившихся планет. Какое будущее исследования экзопланет? Планируется запуск нескольких спутников. Во-первых, все, конечно, ждут 2018 года, когда по нынешним прогнозам должны запустить, наконец, космический телескоп следующего поколения, который должен заменить телескоп Хаббла. Это телескоп Джеймса Уэбба. Он заметно больше телескопа Хаббла. Он уже будет, в отличие, Хаббл доставляли, так сказать, в шаттле и целиком. А сейчас шаттлов уже нет, поэтому сейчас телескопы ограничены по размерам тем, как они могут. Он будет сам раскладываться, когда его увидят на орбиту. И, соответственно, откроет новую эпоху в астрофизике наблюдательной. Вместе с ним, но он будет инфракрасный. Если Хаббл имеет и ультрафиолет, и видимо в инфракрасном движении области, то телескоп Джеймса Уэбба будет только инфракрасным быстрее. К нему в пару запустят спутник вот ТЭС, как чай, который должен будет подхватывать кандидатов, которые будут открывать спутник Джеймс Уэбб. Он небольшой, вот у него всего лишь 10-сантиметровые объективчики такие, камера есть, и он будет выведен на вот область вблизи на резонансе 2.1 с Землей и Луной, на такую орбиту. Еще планируется запуск, ну вот Джеймс Уэбб, собственно, как он будет приблизительно выглядеть. Еще будет два спутника, это Платон, европейский спутник, он аж в 2024 году должен быть запущен. И еще один спутник, уж запамятовал его название, который тоже будет ориентироваться на открытие экзопланет. Если Кеплер пронаблюдал 100 тысяч звезд, то Платон должен пронаблюдать будет 1 000 000 звезд. А его предшественник, вот не Тесса следующий, 500 тысяч звезд. То есть это, конечно, существенно на порядок возрастет число исследуемых звезд. И это, конечно, Кеплер, помимо открытия экзопланет, много дал информации и о переменности звезд с такой точностью, с которой он наблюдал. Земли невозможно просто наблюдать. И особенно, конечно, ждут открытия вот телескопов наземных крупных, 30-метровых, 35-метровых, которые сейчас строятся.
И, возможно, тогда мы сможем напрямую уже открывать и говорить не только о сверхземлях, но и о землях, которые значительно более удалены, чем вот эти близкие к своим звездам планеты, а также говорить о спутниках экзопланет, которые наверняка тоже есть. Вот. Ну вот, соответственно, пока исследована в нашей галактике на поиск экзопланет только вот эта вот область маленькая. Хотя есть один кандидат в туманности Андромеды, что якобы там перемены был показан такой же, как и для планеты. То есть можно будет говорить об открытиях планет в других галактиках. Ну вот, спасибо за внимание. Очень интересная, я думаю, все вы со мной согласитесь, да? Все разложено по полочкам, вот Иван Слюсарев, действительно, замечательный лектор. И теперь, да, вопросы, вот, давайте начнем. Скажите, будь ласка, у вас була інформація про Гліза 581 і про Фомальгаут. Про Фомальгаут просто у різних джерелах саме з цими двома системами пов'язано те, що планети, які ви вказували, вони то пишуться, що їх і вони є, що і що немає. Ну про Фомальгаут здається, про Фомальгаут би здається, все ж таки, що вона є. Фомальгаут Б, вона просто видна на зображенні, так вона ближче. Ну просто у деяких джерелах сказано, що її, ну, сказано, що відмінили її відкриття. А з іншого боку, у Гліза 581, ну, наскільки я знаю, там частину планет визнали, що їх що це були. Що це артефакти спостережень, зокрема ось цю Д-планету. Ну, Некоторі планети дійсно поотміняли. Їх можуть закривати, от, наприклад, у звезди Барнарда, це найшвидше із близьких нам звезд, вона за год проходить 10 секунд по небу, вот, у неї анонсувалось відкриття екзопланети. Но дальнейшие наблюдения показали, що це не так. Вот, если вернуться, куда сильно назад вернуться, там вот где картинка была с, ну, с пятнами. Очевидно, что прохождение пятна по диску звезды является по событию аналогичным прохождению планеты по диску звезды. Учитывая, что близкие планеты тоже имеют температуру там, порядка 1000 кельвинов, пятна тоже такую температуру имеют, и картина будет точно такая же. Поэтому часто можно спутать прохождение звезды, по звезде, по диску звезды планеты и пятна. Но это можно иногда такое путать. Действительно, если посмотреть в разных источниках, то есть по мере развития, некоторые там в какой системе могут одну планету закрыть. В какой-то могут сказать, что наоборот, есть еще одна планета. Вот. Поэтому такая информация вполне себе. Такая ситуация вполне естественна. Я чому питаю, бо регулярно натикаєшся у інтернеті повідомлення, що прийняли сигнал з Гліза 581D, а її кілька років назад визнали, що її немає. Ну так. Що це ось це саме велика група плям? Радіо ізобрели 100 лет назад, чуть больше, соответственно, то, до кого первый сигнал нашего, ну, если взять там опыт Герца, который там искра проскакивала, она тоже излучала радиоволн, то можно посчитать, что, ну, скажем, на расстоянии 100 световых лет от нас могут понимать сигналы. Вот. Я тут не сказал, вот известная была песенка Владимира Семеновича Высоцкого по поводу Тау-Кита. Так вот, он не зря про нее спел. У Тау-Кита тоже есть планетная система, причем планетная система. Хотя там тоже... У меня вот вопрос, кстати, ну, дотычный предыдущему вопросу. А вот эти вот экзопланеты, их проверяют, ну, исследуют потом разными методами? То есть если открыли одним методом, потом... Да, вот кеплеровские кандидаты, они, к ним есть такая программа поддержки, французы активно занимаются. А просто эти кандидаты наблюдаются дополнительно. Кеплер — это транзитные измерения вот такого типа, а наземные потом проверяют их на лучевые скорости. И там действительно открывается, да, ложноположительные порядка там 50%. Вот. Часто отменяют. Да, вот Анастасия, а у меня два вопроса. Открывают планеты вокруг двойных звезд? Да. А много таких планет? Честно говоря, не скажу сколько точно, но я думаю, больше десятка. Есть даже в рассеянном скоплении.
Спасибо. И второй вопрос. Вот то, что Солнечная система, ну, планетная система как бы удивительная, это может быть связано с наблюдательной селекцией? В каком-то смысле, да. Мы еще не можем видеть на периодах там, год. То есть такие внутренние планеты таких много, вот, типа Венера и Меркурия, по периодам. Но по массам мы их просто еще не можем видеть. Возможно, и, скорее всего, конечно, они такие есть. Но не так много такой четкой дихотомии. Когда внутренние планеты они маленькие, а внешние они самые большие. То есть, часто бывает так, что горячий Юпитер, а на большей орбите вращается более легкая планета. У нас такого нет. Можно у мене просто питання до цього ж. А взагалі у нас наші інструменти, які є на сьогоднішній день, вони ось планету розміром з Землю на тій самій орбіті навколо зірки G2 можуть побачити? Ні. Пока нет. Ждем у 30-метрового телескопа. Да, Флюшин вопрос. А как у нас в Харькове исследуют вообще экзопланеты? Ну или в Украине? Может быть, не открываем. Нет у нас инструментов. На самом деле можно. Экзопланет была открыта небольшими телескопами. Если он стоит в хорошем месте, с хорошими астрономическими условиями, там, высоко в горах, то, в принципе, там, скажем, 40-сантиметрового телескопа, это, в принципе, любительский по внешним размерам телескоп, достаточно при правильном подходе к технике наблюдений для открытия экзопланеты. А у нас практически в Украине, насколько мне известно, мало занимаются. Некоторые из ученых, касательной тематикой это занимаются, были попытки, вот у нас Александр Петрович Железняк активно интересуется этой тематикой, он наблюдал на 1,5-метровом телескопе на Майданаке, там хорошие условия, удавалось хорошо померить эту транзитную кривую блеска и по ней определить параметры. Планеты, причем там как раз наблюдения указывали на наличие вторичного пика, похожего на наличие пятна. Но он там был довольно чахлый, поэтому там трудно говорить, что это было. Вот. Насчет Киева, там я, по крайней мере, одного человека знаю, который занимается проблемой еще одного метода их обнаружения. Я не обо всех сказал. В принципе, когда вот такая картина наблюдается, прохождение звезды по планеты по диску звезды, нарушается симметрия системы и возникает некая дополнительная поляризация. Вот. Но на уровне, там, скажем, 10⁵%. Чтобы такое померить, нужно иметь очень необычный прибор. Такие приборы, правда, уже есть. Но еще ни одной планеты этим способом не открыли. А те, которые вы открыли, хотя бы проверили, подтвердили? Меряют, но нет, еще пока не видят. Только пыль видят вокруг звезд. У меня, кстати, вопрос, вот опять же, к предыдущему. А вообще планируется как-то расширять область наблюдения именно в плане вот наблюдательной селекции? То есть для того, чтобы дольше наблюдать? Наблюдать будут дольше. Да? Ну, следующий спутник. Ну, Кеплер сломался, Кеплер бы дальше работал. У него сломались гироскопы, которые позволяют держать его в одном направлении. Вот. В принципе, будут расширяться, естественно, и на более слабые объекты, и на более длительные наблюдения. То есть это да. Пока это активно очень развивающаяся область, скажем, еще лет 10-20, она будет по-прежнему очень активно развивающаяся. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, опубликованы данные Кеплера, все желающие могут по этим данным выискивать там экзопланеты. И действительно выискивают, и какие методы при этом используют? Ну, Кеплер, поскольку он работает только одним методом, речь идет о математических методах фильтрации. Не, тут никаких математических методов. Называется сиди и выискивай вот эти вот провалы. Отскоки. Вот эти точки, которые указывают на падение блеска. То есть тут очень красивая картинка. На самом деле там будет, наверное, полоса толщиной с полутого рисунка, где могут быть выбросы нескольких точек. А вопрос, почему не применяются математические методы? Нет, конечно, применяются. Просто 100 тысяч звезд проанализировать, это довольно трудно даже математически, все и последовательно. Такие проекты есть и для других. Вот, например, есть Словенский цифровой обзор неба, СДСС. Он построен, ну, его задача построение трехмерной карты Вселенной. Ну, по крайней мере, ближайшей там, части Вселенной. И там такая штука называется Galaxy Zoom.
То есть зоопарк галактик, где вам предлагается классифицировать галактики, которые плохо поддаются классификации. Тоже народ там с тысячами участвует. То есть есть для любителей. Да. Еще вопросы есть? Там второй этаж у нас молчит. Никаких вопросов. Чудесная лекция, все понятно. Леша, да. Ну и все же, если можно, вернемся к планетам, которые имеют массу Земли приблизительно, но разброс по плотностям очень большой. Есть ли там вот все-таки зависимость, что вот планеты с меньшей плотностью имеют большую температуру, планеты с большей плотностью имеют температуру меньше? То есть может быть это причиной такого распределения? Или же нужно искать дальше? А, вот. Да. Как это? Напрямую ответить на ваш вопрос я не могу, потому что тут нужно еще перестроить этот график с другим параметром. Тут, думаете, я так на вскидку вспомню, какая точка, какое относится, на каком расстоянии она находится. Просто нужно хотя бы залезть и посмотреть на вот эти системы. Хотя тут, видите, область ошибок довольно маленькая. То есть, по крайней мере, почему она такая, непонятно. Вот запомните. Я тоже обязуюсь посмотреть, что... Да, мы можем потом обсуждение продолжить в группе, в ПДЕ, в самой там. Вопросы у нас потом, да, такие вопросы. Да, был еще был вопрос. Скажите, будь ласка, ось деякий час тому назад був великий шум з приводу так званої зірки Теббі. Я не пам'ятаю, як її номер, щось там пара HD, щось таке, у тисячі світлових, здається, з чимось років тому, у якої ось за цими кривими, ось ці криві були досить дивними, сказали, і одразу усі почали будувати там теорії, що це сфера Дайсона і все таке. Ну ось з приводу... Чи можна це пояснити тим, що це просто кілька планет було, там спостерігалося, і це були просто у них великі... Крива, чого ви маєте в виду? Крива транзитна або лікалізірована? Здається, транзитна була. Ну, тоді як? Сфера Дайсона, тому нічого. Ні, я в плані, що чи можна це пояснити тим, що це кілька великих планет, у яких спостерігалися просто одиночні транзити, у них великі періоди обертання. Ну, я просто не бачу картини, тому ви не в курсі. Так, я не в курсі. А по время? Для тих, хто не знає, що таке сфера Дайсона? Ну, це як, вважається, коли Фріман Дайсон, видимо, його предлагав, він... Размышлял на тему, как может цивилизация, какие источники энергии, как использовать. Фактически, он смысл в том, что если цивилизация дошла до того состояния, что она может полностью использовать всю энергию, которая излучается от звезды, соответственно, перехватывая эту энергию, покрыв, так сказать, всю звезду этой самой сферы Дайсона на некотором расстоянии, то это вот самого высокого уровня цивилизации. Да, такую звезду мы вообще видеть не будем, если она закрыта сферой. Ну да, да. Разве что они там сделают окошко, и будет нам сигнализировать. Вот. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. У вас там на третьему слайде было про экзопланету, какой период обертания 100 роков. Да, было такое. Я просто не помню, и массы? Ну, нет, уже я не помню массы. То, что такая была, это я знаю. Так сложно полистаешь, а? Надо подождать, пока это третьего слайда долистает. Так. Очень кристалл отстал. И тут он это навколо пульса. Сейчас. А, не кристалл дальше. 100. Так. Ага. Вокруг пульсара. Еще раз, как? Вопрос в чем был? Масса, они пишут, что 2,5 масса. Да, период обертания 100 руки. Большой. Класс. Но это еще не 2000 астрономических единиц. 2000 астрономических единиц там период намного больше будет. И питание другое. Какие закономерности в, власне кажучи, кількості планет, які входять в зону... Там, где может існувати життя, тобто вони є. Ну, закономерность в каком смысле? Пока таких вот, ну там, два десятка планет, скажем. Это еще слишком мало, чтобы там что-то увидеть. Ну, будет закономерность серьезная.
Ну, какие мы знаем закономерности в нашей Солнечной системе? Мы видим действительно только, ну, есть закон, пояснопамятный Китсов-Сабаде, который как-то связывает в прогрессии расстояние между, ну, до планет от Солнца. И мы знаем тот факт, что у нас есть, опять же, внутренние планеты, маленькие, каменные, плотные, и внешние большие, низкоплотные и далекие. Вот пока в основном ищут именно планеты типа Земли в зонах обитаемости. Насчет планет в зонах обитаемости гигантов я не могу ничего сказать. Поэтому я не уверен, что есть какие-то закономерности. Дальше. Ну раз. Я просто хотів задати, тому є ж, наприклад, припущення, що, наприклад, навколо того ж Юпітера обертаються планети. Ну там спутники є. Планеты, ну, да, але они, за розміром вони можуть дорівнювати ті ж Землі. Ні, Земля ні, вони більше Меркурія, скажімо так. Тот же Ганімед, він більше Меркурія. Титану Сатурна заведомо більше. Даже такого мы еще не бачимо взагалі. Спутников мы не видим из-за планет. Но вот дальнейшие телескопы, которые будут видены, рассчитывают на то, что они увидят эти спутники. Ну раз вспомнили правила Тициуса-Баде, и у нас есть уже несколько планетных систем вокруг других звезд, оно там подтверждается хоть как-нибудь? Нет, есть резонансы. Не оказывается. Нет, есть резонансы просто, что периоды обращения некоторых планет вокруг своих звезд тоже лежат в кратности, вот как 2 к 1 для пульсарных, вот. Нет, ну, не пульсарные, а радиолучевые скорости. А, довольно много систем, десятки у которых наблюдается тоже резонанция. Эти данные очень помогают при разработке вот именно моделей происхождения. Как они туда попали, собственно, динамические. Теория динамического взаимодействия протопланет, погруженных в полевые диски, в газопылевые диски. Есть еще вопрос? Да. Ну, первый вопрос касаемо, собственно, планет, получается, которые против оси вращения. Вот, да. За счет чего они вообще в другую сторону идут? Такие возможны только за счет динамического взаимодействия между с другими планетами. Сами они образоваться так не могли. Теории образования говорят, что они должны вращаться в ту же сторону, что и звезда. Вот. Поэтому это как раз, вот я вначале немножко об этом говорил, что они говорят, что наша теория, по которой эти планеты образовались, точно не та, которую разработали в настоящем времени. Должны были быть мощные приливные между двумя планетами взаимодействия. Либо эти планеты вообще захвачены. Есть несколько сообщений о том, что по микролинзеру наблюдались планеты, которые летают свободно от всяких звезд. Бороздят просторы Вселенной в гордом одиночестве. А еще один вопрос, ну, собственно, касаемо жизни. А, получается, ну, мы все равно занимаемся поиском только гуманоидной формы. Почему не следует все-таки расширить поиск и попытаться все-таки поискать? А как поискать? Мы можем искать то, что мы не знаем, что это? Это как уже фантастом типа Лема с его Солярисом. Или к Стругацким, они там много обсуждали контакты с негуманоидами? Нет, ну были на Кремнии, жизнь на Кремниевой основе. Ну вот на жизнь на Кремниевой основе. Компьютер. Обсуждалось, да. Мы когда-то даже вот с Юрой обсуждали, что... Есть, ну там, классика жанра, там, искусственный интеллект, там, сильная формулировка, это типа машин Тьюринга, или там, может ли создать такую машину, которая бы отвечала на вопросы, как живой человек? Ответ – да, можно. Но это не факт, это не позволяет нам судить о том, что это живой человек. Поэтому это очень такой трудный вопрос. Мы еще, по-моему, не готовы к такому. Это вопрос. Евгения в Синемариум, они любят отвлеченные ненаучные вопросы. Скажите, пожалуйста, у всех, допустим, те же телескопы Хаббл и Кеплер ассоциируются с европейской астрофизикой. Ну, США, американцы, Хаббл американцы. Да, Кеплер. А если будут подобные исследования в области экзопланет среди японцев и китайцев? Понятно, что хороший это вопрос. Затратные все вопросы, связанные с этими исследованиями. Это не бедные государства, они могут позволить, если да, то кто этим занимается? Ну, на самом деле, того же Хаббла, того же Кеплера, это порядка там, миллиарда долларов, скажем. Ну, по современным меркам это не большие деньги. Тот же МВФ сует всяким странам, не буду называть их имена, намного большие суммы. 200 миллиардов, например. Ну, там какой-то Греции, да, ну там и Евросоюз. То есть
это не вопрос как бы суммы как таковой. Ученым выбить их трудно, а вот некоторым странам не трудно эти деньги выбить. Поэтому я не могу, я не знаю готовиться, но наверняка что-нибудь они будут делать. Могу сказать про японцев, что у них на их телескопе Gemini есть прибор, который им создан для фотографирования планеты. Насчет космических миссий я не знаю. Можно я тут скажу? Тут есть вот такой момент, связанный с запуском телескопов. С постсоветским менталитетом очень неприятно, потому что и Россия, и Украина тоже запускала телескопы. Чем отличается запуск вот нашими телескопов от европейцев и американцев принципиально? На Хаббле может наблюдать кто угодно. Там данные открыты, они открываются, по-моему, там через 2 года. Не, да, не и в принципе у них вот даже выкладываются в интернет, ребята, приходите, изучайте, наблюдайте. Там есть масса астрономов, которые вообще не имеют телескопа. То есть они могут получать доступ к этим данным и писать работы. У нас, насколько мне известно, ну я просто помню вот нашу экскурсию на Крымской обсерватории КРАО, когда, значит, лектор сказал, ну был запущен телескоп, потом так поковырял носком сцену, ну было всего 5 работ написано. Потому что, ну как я себе представляю, вот менталитет наших ученых, тот, кто выбил бабки, запустил этот телескоп, потом он на него садится, извините, задницей, и никому не дает, потому что не дай бог конкурент напишет работу. Это ж я ж по начальству бегал, унижался. И это на самом деле очень серьезная проблема, потому что деньги вкладываются очень большие, а вот отдача, которая получается... Это и... радиоастрон, что ли? Ну я не помню, да, по-моему, он вот... Ну с радиоастроном там других проблем хватает, да. Да, но вот, то, что количество работ на наших телескопах, это еще стопудово может быть связано с нашим гнилым научным менталитетом. Потому что, не дай бог, конкуренту в руки там попадет... На самом деле, у них менталитет еще хуже, чем у нас. Те, кто из наших сотрудников, а наших много сотрудников, работал с космическими данными в Европе в той же, там грязня идет между соседями еще больше, чем... И тем не менее, они наблюдают, тем не менее, они открывают эти данные. Ну, во-первых, у нас все равно таких проектов ни одного не было, сравнимого. Ни с Хабблом, да. Хаббл, да. Во-первых, американцы тоже много чего закрыто долго держат. Они не держат только тогда, когда объем данных превосходит всякие физические возможности. Скажем, данные съемки Луны, они вот сразу выкладываются. Вот по поводу кометы Черемова-Герасименко, в этом как раз месте должны открыть данные, доступ к данным, которые были получены год назад. То есть, ну, европейцы такая политика, что поскольку очень много стран, они все вкладывали, и они могут открывать. И у американцев многие данные не открыты на самом деле. Там часть лежит еще у них. Вот. Ну, Хаббл там понятно, там просто снимки. Поскольку каждый снимок получается только для конкретной задачи, ее решают, снимки уже не нужны, они лежат. Вообще будущее в том, что скоро все обсерватории мира, я думаю, в течение 1-2 лет, будут свои данные все выкладывать с промежутком времени в общую базу данных, и это позволит много чего еще дооткрывать. Вот. А на самом деле, конечно, проблема кооперации, она очень важна, но она, с одной стороны, как? В некоторых задачах тоталитарная система справляется лучше демократической. В некоторых наоборот. Потому что иногда нужно как это жесткое и быстрое принять решение можно только в слабо забюрократизированной и сильной системе. А если заняться вопросом, скажем, захотите, поизучайте, сколько разрабатывалась и осуществлялась миссия, та же Черемова-Герасименко. Это 20 лет. От первых задумок Хаббл 40 почти лет. Спицер его на самом деле предложил в начале 60-х годов. И вот вся эта эпоха двигалась очень долго. И это отдельная история, как работают космические миссии. Это, ну, можно диссертации по экономике писать. Ну, да. Ну вот радиотелескоп тоже. В Советском Союзе понятно, почему был построен километр на километр. Потому что там легко ткнуть вместо на карту и сказать, вот вам ученые, километр на километр стройте. А понятно, что там, где Земля дорогая, стоит денег. Ну вот как с Гавайи, сейчас там, где строят 30-метровый телескоп, там сегодня воюют. Это местное население с теми, кто строит, что, дескать, вот, вы тут там поплюжите наши земли и так далее. Юра там, у тебя
Та я хотів, власне, дати коментар щодо цієї теми. Я мушу просто нагадати, що еволюційна психологія нам говорить про те, що людина, якщо сіла на ресурс, то вона в нього вчепиться і так просто не віддасть. І наскільки я знаю, на Заході діляться тим, що вони змушені віддати через це, що їх або суспільство, або держава до цього змушує. Скажімо, це зроблено на публічні кошти, і воно має бути оприлюднене. Ну, это решает законодательный, когда пишется проект, когда государство дает деньги, тогда может быть прописано... Ну, у нас государство дает деньги, но ученые считают, что это его деньги. Ну, это да. Это отдельный вопрос, да. Да. Давайте уже закругляться и переходить. Да, Настя? Неформальная часть, чай с печеньками. Пожалуйста, да, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули захват планет звездами. Это вообще как сейчас считается? Это вероятные события или маловероятные? Маловероятные, но вероятные. Маловероятные, понятно. Так, ну что, все, вопросы, так сказать, вот такие основные на камеру закрыты. Вы еще, у вас еще есть возможность, вы можете зараз подумать і свої питання перенести в нашу неформальну частину до чаю з печеньками. Ви маєте змогу поспілкуватися з лектором в теплій атмосфері. А я вам нагадую, що наша наступна зустріч з Миколаєм Горобцем, це хімік, який займається плазменною хімією з Інституту монокристалів. Він нам розповість щось дуже цікаве. А що ми дізнаємося в найближчі дні з нашої групи на Фейсбуці «Вільний університет Майдан Моніторинг». Це буде 17 березня, а 24 березня до нас приїжджає гость з Києва, дослідник з Центру ядерних досліджень, і він буде читати лекцію про елементарні частинки і бозон Хіггса. Тому не пропустіть, це буде дуже цікаво. І для нас це буде перша така лекція в фізиці з такого рівня. Я дякую за увагу і запрошую вас всіх на неформальну частину.